настоящий пророк. Пророк в древнем, исконном смысле этого слова. То есть человек, призывающий своих современников к нравственному обновлению ради будущего. Так об академике Андрее Сахарове говорил другой академик Дмитрий Лихачев. Андрей Дмитриевич умер в 68 лет. Последние полгода его жизни были тесно связаны с Абхазией и со всем, что дорого здесь каждому – отстаиванию справедливости и праву народа на самоопределение. Но обо всем по порядку. В 70-е и 80-е годы 20 века в жизни абхазского народа борьба за право на свободу, язык и самоопределение. Пока в Абхазии люди на своей земле хотели говорить на родном языке, в Москве академик Сахаров хотел соблюдения прав человека и не хотел войны в Афганистане. Что нам в целом известно об Андрее Сахарове? То, что он великий ученый-физик, автор первой в мире водородной бомбы, человечество узнало достаточно поздно, ибо Сахарову его научные труды были засекречены. То, что он великий гражданин своей страны и правозащитник, стало основанием для травли и ссылки, и Сахаров вновь был недоступен для широкой общественности. Андрей Сахаров приоткрылся широкой аудитории во время работы первого съезда народных депутатов. Он был избран от Академии наук СССР. Чуть больше полугода, с мая по декабрь 1989 года, общество слышало его речи, вникало. Он открывался как настоящий гражданин страны, как правозащитник, как гуманист с большой буквы. Я выступал против введения советских войск в Афганистане и за это был сослан в Горький. Я горжусь этой ссылкой в Горький, как наградой, которую я получил. Товарищ Сахаров, вы уважаете съезд я или нет? Я уважаю съезд, но я уважаю народ, который меня сейчас слушает. Я уважаю человечество, которое... Я чувствую, у меня есть мандат... Хорошо. Выходящие за пределы данного съезда. В стране в условиях надвигающейся экономической катастрофы и трагического обострения межнациональных отношений происходят мощные и опасные процессы, одним из проявлений которых является всеобщий кризис доверия народа к руководству страны. Если мы будем плыть по течению, убаюкивая себя надеждой постепенных перемен к лучшему в далеком будущем, нарастающее напряжение может сорвать наше общество самыми трагическими последствиями. Товарищи депутаты, на вас ложится огромная историческая ответственность. Необходимы политические решения. Тогда же жизнь свела академика Сахарова с нашей республикой. Андрей Дмитриевич был дружен с Фазилем Искандером, знаком с Владиславом Арденба, приезжал в Абхазию, общался с людьми и вникал в проблемы коренного населения. В январе 1989 года Станислав Лакоба встречался с Андреем Сахаровым. Была большая конференция. Вот. И, в принципе, вот это абхазское письмо, которое было написано в 1988 году, и мало кто был с ним знаком. Я передал ему это письмо, он с большим интересом с ним ознакомился. Потом, кстати, в этот же период я встречался, потому что депутатом уже был парламент и Владислав Арденба, и Фазиль Искандер. И там вот в гостинице у меня встреча произошла еще с Валентином Распутиным. Кстати, вот Валентину Распутину я тоже передал это абхазское письмо. Но вот почему я говорю, а потом уже в июле, в августе появляется вот эта публикация Сахарова о том, что Грузия – это малая империя по поводу Абхазии. Вот. И вот на этой встрече в январе 89 года он спросил у меня, а знаете вы о деле абхазских юношей? Ну, я сначала не понял, сказал, что нет, я такое дело не знаю. И они передали мне тут же это дело. Речь шла о детях Нестора Лакоба, Василия, Михаила Лакоба и Иналы, по которой были расстреляны в Москве в 1941 году. То есть сын Нестора, Михаила и Василия. Вот. Ну, я, в общем, с интересом, конечно, ознакомился с этими материалами. А потом уже, вот где-то
после его смерти вышли его воспоминания. И вот в воспоминаниях он тоже говорит о судьбе Абхазии, говорит о Несторе Лакоба, говорит о Сарии, о Рауфе. Там довольно интересно высказывается. Но я хочу вот в тот период, когда уже и форум действовал, и, в общем, все, я помню, как здесь весь народ как-то нашей республики был воодушевлен тем, что он выступил в защиту Абхазии. В защиту Абхазии Андрей Сахаров выступил со страниц журнала «Огонек», 31 номер, 1989 год. Интервью академика Сахарова. А начинать надо, повторяю, с полного демонтажа имперской структуры. Только так можно решить национальную проблему в малых империях, которыми по существу являются союзные республики, например, Грузия, включающая в свой состав Абхазию, Осетию и другие национальные образования. Владимир Зонтария вспоминает, что мнение ученого с мировым именем тогда вызвало большой резонанс и всколыхнуло советское общество. Каждое слово Сахарова, несмотря на то, что он, власть, там, бюрократические структуры оказывали на него огромный страшный прессинг, вы помните, как прямо улюлюкали, как каждое его слово воспринимались, встречали в штыки, но Сахаров, всемирно известная личность, и его каждое слово, касавшееся Абхазии, оно имело колоссальное значение и моральное, и правовое. Как рассказывает Владимир Зонтария, в Абхазию неоднократно приезжал журналист-писатель Геннадий Жаворонков. Он освещал деятельность Айтгалера и внимательно относился к проблемам абхазского народа. Жаворонков – автор книги «О чем молчал Катынский лес, когда говорил академик Андрей Сахаров». В ней есть такие строчки. В перерыве я подошел к Андрею Дмитриевичу и рассказал о негативной реакции в Грузии на его огоньковскую статью. Вернее, на три абзаца, в которых Грузия характеризовалась как маленькая империя с имперскими амбициями. Местная пресса разразилась полосами и целыми газетными разворотами протеста. Журналисты, историки, академики опровергали сахаровские утверждения, не очень заботясь о логике и объективности. «Да, я слышал об этом, но думаю, что отвечать бессмысленно», отвечает Жаворонкову Сахаров. Но самое интересное, что он говорит, «Я рассказал о странно проведенном отпуске в Пицунде», Жаворонков говорит, «где был похищен, в кавычках, из пансионата абхазами с целью показа истинного положения дел в бедствующей автономии. Новым постановлением им опять навязывался грузинский язык в качестве обязательного для делопроизводства. Грузинские лидеры неформалов не признавали исторического права абхазов на собственную территорию, грозились лишить их статуса автономии». Вот это он все рассказал Сахарову. И Сахаров сказал: «Я все это слышу, знаю и от вас, и от других. Нужна поэтому новая модель государственного устройства, другого выхода нет. Нужно менять систему». И он добивался изменения системы, но, конечно, здоровье подвело, и поддержки такой особой у него тоже не было. Диссидент, нобелевский лауреат, академик Андрей Сахаров. Историк Астамур Таня советует изучить биографию Андрея Дмитриевича для лучшего понимания ценности его поддержки нашей страны. Вы представляете себе, он был трижды герой социалистического труда. Это элита из элит. Он был наделен всеми благами, тем более он принадлежал к этой очень маленькой привилегированной касте ученых-атомщиков, которые на особом счету были в советском государстве. Вот, чтобы вы понимали, дважды героем социалистического труда на их родине при жизни устанавливали памятник. То есть, будучи величиной такого масштаба, человек все-таки, он, вы понимаете, он все-таки, он следовал зову своей совести. Он, кстати, не призывал никакому разрушению Советского Союза. Я помню, когда он выступал на первом съезде народных депутатов, он призывал к демократизации, он призывал к равноправию народов и сохранению Советского Союза. А тогда его освистывали. Вот, может быть, тот рецепт, который этот человек предлагал, может быть, был последним для того, чтобы это государство сохранилось. Ну, там была совершенно другая логика исторического процесса. Естественно, Андрея Дмитриевича не услышали. Но, по крайней мере, можно поднять архивы и посмотреть, что этот человек говорил.
Несмотря на то, что Андрей Сахаров ушел из жизни до начала грузино-абхазской войны, абхазские эксперты считают, что он внес большой вклад в победу Абхазии. То есть он сыграл вообще колоссальную роль, учитывая его влияние вообще Сахарова. Но это был неординарный человек, конечно, помимо того, что это был великий ученый, академик, был великий гражданин. Вот. Проблема была в том, что он предлагал, чтобы Абхазия, как автономная республика, была на таких же правах, как Грузия, там, скажем, и другие. То есть о конфедеративной модели он говорил. Но он имел на это право. Он, в общем, открыто высказывался по этому поводу. Все смотрели и действовали с оглядкой на Грузию. Особенно вот в Москве либеральная интеллигенция, демократическая, так называемая, как мы говорим, а Сахаров занял вдруг совершенно другую позицию, никто не ожидал. Но я помню, например, когда началась война, как резко выступила та же Елена Боннер в защиту Абхазии. Тоже значительный вклад в победу в Абхазии, я считаю, Сахаров. В информационном плане, идеологическом, каком хотите. Его слово звучало на весь мир. Не говоря уже о России, вообще весь мир знал. Если вы возьмете, очень многие публикации там пишут об этом. Я же помню, какой шквал был, как его оскорбляли в Грузии, что только не писали вот за эти слова по поводу Сахарова. Единственное, что они могли сказать, что его там купили или еще что-то сделали, как это обычно они делали. Но была такая ненависть просто звериная. Сам Гамсахурдия что только не говорил. Помнить Андрея Сахарова и быть гражданином Абхазии – тождественные понятия, считают наши собеседники. Андрей Дмитриевич был знаком с Владиславом Григорьевичем Арнцем. Владислав Григорьевич очень гордился тем, что, будучи аспирантом, он познакомился с Андреем Дмитриевичем и его супругой Леной Боннер. Вот, и они даже были у него дома в Ишерах вместе с тоже советским известным диссидентом Львом Копелевым. Вот. Он повел их даже на абхазскую свадьбу. Он очень трепетно относился к этой памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. Кстати, название этой улицы – это инициатива Владислава Григорьевича. Потому что, ну, понимаете, мы же должны были о себе как-то заявлять. И таким, это же знаковые вещи, когда ты даешь улицам имя таких людей, как Андрей Дмитриевич Сахаров. Вот. Сейчас, мне кажется, то, что произошло, знаете, чем это, на мой взгляд, пагубно? Мы сами зачем-то, по недомыслию, наверное, или по забывчивости, мы сами противопоставляем славные страницы нашей истории друг другу. Зачем мы это делаем? На похоронах Андрея Сахарова в Москве в 1989 году была абхазская делегация: Владислав Арденба, Алексей Гогуа, Владимир Зонтария. Эта поездка состоялась именно по инициативе первого президента Абхазии. Когда умер Сахаров, он сказал: давайте, это вот столько сказал об Абхазии, столько делает в поддержку нашего движения, поедем и посочувствуем родственникам, примем участие в похоронных вот этих обрядах. И мы поехали. И вот есть вот здесь в моей книге «Первый президент Абхазии» фотография, где Владислав Григорьевич, Алексей Гогуа, я вместе с ними находимся там в институте, где он работал, ФИАН назывался. Сначала в Академии наук он покоился, потом его в родной институт прах перевезли, и мы там находились. И это запечатлено. И вот важен не тот факт, что мы там находились, а важно то, что там я услышал сам, что присутствовавший там профессор Вячеслав Иванов, знаменитый востоковед, который был депутатом Верховного Совета СССР, научный руководитель Владислава Григорьевича, который, когда у нас обострился конфликт, связанный с решением правительства Грузии открыть в Абхазии филиал Тбилисского университета, помните, это вызвало, это дошло до такой, довело до глубокой очень конфронтации, и он приезжал
возглавлял делегацию парламентскую, интересовался нашими проблемами, ставил вопросы. Вот он там сказал на похоронах Сахарова, что Сахаров где-то просил его, чувствуя шаткость своего здоровья, что он, может, физически даже не сможет заниматься этими проблемами, более развернуто поднять вопросы абхазов и осетин на сессиях Верховного Совета и на из высокой трибуны рассказать. То есть это как бы какое-то завещание он оставил своему другу Иванову. И Иванов это нам рассказывал, я слышал. Владиславу Григорьевичу, Алексею Гогу, я это слышал. То есть Сахаров, если бы ему позволило здоровье, он бы и дальше продолжал бы заниматься нашими проблемами, настолько глубоко вник и настолько и понял, вник в суть всей нашей вот этой абхазской проблематики, абхазского вопроса. Для части современной абхазской молодежи Андрей Сахаров – личность авторитетная, значимая. Омар Харчилава, автор проекта «Итабуб Андрей Сахаров», признается, что узнал об академике и том, почему в Сухуми есть улица его имени только в университете. Но уже вот поступив в университет, в Южный федеральный университет, там я непосредственно уже познакомился с его деятельностью, с его работами, и я начал осознавать, какого масштаба эта личность большого, да, и то, что как его уважают во всем мире, в России. И я начал гордиться тем, что у нас есть улица, названная в честь него. Вот, рассказывал это своим друзьям, или когда приезжали, например, иностранцы, мои друзья, я обязательно приводил их на эту улицу, показывал им, гордился. Вот. То есть непосредственно знакомство у меня произошло уже в университете, а не в Абхазии. И это большая проблема, потому что это говорит о том, что даже местные сухумчане не осведомлены о такой знаковой, значимой личности, как Сахаров. Я был поражен той поддержкой, которую он оказал абхазскому народу еще в конце 80-х годов, когда у нас не было практически ни от кого поддержки. Он называл Грузию «малой империей» очень громко и столкнулся с большими проблемами после этого, да, но несмотря на это он не переставал поддерживать абхазский народ. Он говорил, что борьба абхазского народа за свободу, она более оправдана и более справедлива, и да, это меня очень тронуло. Я начал заниматься этим проектом в связи с тем, что вот появилась такая проблема. В прошлом году переименовали эту улицу, несмотря на возмущение активистов, жителей этой улицы, да, то есть никого не послушав, переименовали эту улицу, и этим проектом я хочу поднять вообще уровень осведомленности среди нашего населения, да, рассказать им, кто это такой, почему он важен для нас, для нашего общества, почему мы должны помнить его, гордиться тем, что вообще он внес какой-то свой вклад в становление абхазской государственности, да. Гражданам Абхазии действительно есть за что говорить Андрею Сахарову и Итабуб. Оставаться верным принципам, не предавать правозащитный дух, быть на стороне правого, говорить правду, даже когда она фактически под запретом. Только этим путем шел Андрей Сахаров. И именно им несколько десятилетий назад решила идти наша страна. У Абхазии было много общего с Нобелевским лауреатом. Что же объединяет нас теперь?